Чуть-чуть. Сделай прям движение такое на камеру. Ага, отлично. Давай еще раз. Раз, два, три. Левой рукой вот туда, куда смотришь. Правую руку просто вниз, да? Да. И с улыбкой. Можешь большой палец вверх показать, да? Так. Можешь мяч покрутить на пальце? Сможешь? Нет? Давай тогда просто подбрасывай правой рукой. Ну или давай, да. Сейчас я поймаю, давай на счет. Раз, два, три. Ага, еще раз. Супер. Отлично. То же самое, да? Да, да, да. Сейчас, подожди. Раз, два, три. Vamos! Угу. Отлично. И давай теперь на трибуну. Просто типа надо их связывать, чтобы не выдергивался ни тот, ни другой. Става, давай, держу. Стоп и отхили. 10 раз каждый. Поменяли. Сейчас футболисты пойдут? Да, да. Походу, походу. Так, давай забегаем. Лево, право, я стану. Окей? И здесь. Что дормим, поехали. Окей? И не трогать, ледница, не трогать, не трогать, окей? Давайте. Окей, поехали. Наверх. Руки наверх. Давайте, наверх. Давай раз на голову. Давай. 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 Другой. А вот такой вот, а Ренат сейчас такой же. Спасибо, Ген. Тоже надо немножко привыкать. Я!
Да, да, поставь. Я! По-другому никак. Давай, все, пошли. Готовы? На желтых карточках, так что кому-то все равно по-любому придется играть. Минимум двум, я так думаю, придется играть, с учетом желтых карточек. Но будем надеяться, проводим беседу, чтобы поаккуратнее пытаться не избежать, не допускать такие ошибки. То есть Миранчук мало играет за клуб, является ли это какой-то серьезной проблемой или он в хорошей форме, все? Ну, в хорошей форме, я вам скажу, после игры, если он будет играть с Кипром. После игры он скажет, в какой форме он находится. То, что физически он себя чувствует хорошо, это да, понятно. Вы лучше, когда нападающие много сбивали, что защитники много отдавали, вот они все ловили.